лет в выходные отдыхал на даче, и соседка поделилась рецептом чудесного ликера. Я решил попробовать его приготовить. Для приготовления ликера нам понадобится 150 ягод черной рябины, 100 листьев вишни, столовая ложка лимонной кислоты, пол-литра 40-градусной жидкости, 700 мл воды и 400 грамм сахара. Начнем с того, что заливаем 1,4 литра воды, поскольку я буду готовить в двойном размере. Берем 200 листьев. Сейчас мы их чуть-чуть умнем и начинаем варить. После кипения 20 минут. Включаем плиту. Листья процедили и убрали. Отвар имеет такой янтарный цвет, ближе к оранжевому даже, наверное. И присутствует в воздухе аромат вишни. Настало время добавить ягоды. Добавляем 300 ягод, так как я делаю двойную порцию. Также доводим до кипения и, когда закипит, ставим 20 минут таймера. Сработал таймер, это значит, что прошло 20 минут, как наши ягоды кипят. Процедили отвар, он получил насыщенный рубиновый цвет, прям очень яркий. Теперь добавляем 400 грамм сахара, я добавлю 800, поскольку делаю двойную дозу. И 2 столовые ложки, опять же, потому что делаю двойную, лимонной кислоты. Сахар и лимонная кислота засыпаны. Теперь доводим до кипения. 5 minutes later. Отвар закипел. Теперь выключаем плиту, охлаждаем его. A few minutes later. Так, отвар остыл. Сейчас мы будем его смешивать с 40-градусной жидкостью. После добавления литра 40-градусного алкоголя получилось где-то 2,5 литра примерно. Оставляем недели на 2, чтобы они подружились. Потом разливаем по бутылкам. И снова здравствуйте. Для вас пролетели мгновения, а для меня прошло 2 недели. Напитки подружились друг с другом. Теперь будем разливать их по бутылкам. Потрясающий запах. Приступаем к моему любимому этапу, это дегустация. Любопытно? Покатайте его по небу, и вы почувствуете тонкий, вместе с тем насыщенный аромат. Сегодня мы дегустируем ликер. Он у нас еще немного постоял. Замечательный ягодный аромат, алкоголя вообще не чувствуется. Напиток такой плотный, имеет рубиновый оттенок. Отличная кислинка, в меру сладкий, замечательный напиток, ваши женщины оценят. Ваше здоровье! Отличный получился ликер, пользуйтесь этим рецептом, крайне рекомендую. И до новых встреч! Горький вкус твоей любви меня